Добрый день. В день всероссийского праздника Дня работников местного самоуправления я хочу обратиться к тем, кто отправляет это местное самоуправление. Местное самоуправление, в этом понятии заложен очень большой смысл. Отдельный закон существует, 131-й, о местном самоуправлении в Российской Федерации. И аспект, понятие, смысл слова «местное самоуправление» буквально охватывает все стороны жизни любого города, любого населенного пункта. Поскольку от работников местного самоуправления, от местных администраций, где-то мэрии, по-разному называются, но от них зависит в городской жизни очень много. Организация образования – местное самоуправление. Организация пассажирского транспорта – местное самоуправление. Строительство, очистка и благоустройство дорог – местное самоуправление. Вопросы культуры – местное самоуправление. Физкультуры – местное самоуправление. Какой бы мы ни взяли с вами аспект – благоустройство, работа с ЖКХ, с сетевыми компаниями. Любой аспект жизни города – это замыкается на работниках местного самоуправления. Их называют в народе чиновники, и, может быть, сегодня это понятие, это слово стало таким нарицательным, характеризуя что-то не самое лестное. Наоборот, я знаю очень многих, лично знаю очень многих людей, которые трудятся в нашей городской администрации, в районных администрациях, и смело могу сказать, это грамотные, самоотверженные и люди, которые переживают за наш город, стараются сделать его лучше, краше. Конечно, в рамках своих возможностей, в рамках своих полномочий, в рамках того бюджета, который есть. Но то, что эти люди работу делают добросовестно, честно и с большой самоотдачей, я в этом не сомневаюсь. Поэтому всех работников местного самоуправления города Тольятти я поздравляю с праздником. Желаю вам, конечно, здоровья, радости, удовольствия от той работы, которую вы делаете. Желаю, чтобы все чаще у вас был повод радоваться конкретными результатами вашего труда, а они есть, и никто не сможет отрицать, что это есть, и как изменились за последнее время и дороги, и наши дворы. У нас еще много, конечно, дел, но успехи есть, и есть чем гордиться, и есть чем радоваться, и, конечно, есть над чем работайте дальше. Поэтому здоровья вам, сил, успехов и дружной работы на благо нашего города. С праздником!